Tesla провела мероприятие AI Day, посвященное искусственному интеллекту. На нем выступил генеральный директор Илон Маск и объявил, что компания разрабатывает антропоморфного робота-гуманоида. Tesla-бот будет функционировать на базе автономной системы искусственного интеллекта, которая уже используется в бортовом оборудовании и автопилоте электромобилей. Робот сможет перемещаться в пространстве без получения пошаговых инструкций и выполнять рутинные задачи. Илон Маск неоднократно рассуждал об опасностях искусственного интеллекта, поэтому при анонсе особенно подчеркнул дружелюбие андроида. Tesla ограничивает его возможности на механическом уровне, чтобы пользователи могли убежать или пересилить его, если что-то пойдет не так. На мероприятии компания продемонстрировала лишь внешнюю оболочку и пародийный танец. Но у инженеров есть полное представление о технических характеристиках. Рост робота составляет около 173 сантиметров, вес около 57 килограмм. Вместо лица предусмотрен дисплей для отображения полезной информации. Благодаря 40 электромеханическим приводам машина сможет перемещаться по любому ландшафту со средней скоростью 8 км в час, а также перевозить грузы до 20 кг. Илон Маск отметил, что Tesla-бот также сможет выполнять голосовые команды. Например, «Пожалуйста, возьми этот болт и прикрути его к машине с помощью гаечного ключа» или «Пожалуйста, сходи в магазин и принеси мне следующие продукты». Рабочий прототип планируют представить уже в 2022 году. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.